Нарушение опорно-двигательного аппарата у детей не приговор. С этим недугом можно и нужно бороться. Лечение детей-инвалидов с помощью лошадей у нас появилось недавно, но уже дает огромные положительные результаты, утверждают организаторы фестиваля конного спорта «Конек-горбунок». Если, например, проблемы физического развития, это при детском церебральном параличе и других поражениях центральной нервной системы, то лошадь помогает имитировать ходьбу, помогает восстанавливать работу в суставах, развивает мышечную массу и так далее, и тому подобному. Пообщаться с лошадьми, полюбоваться ими, покататься и получить незабываемые эмоции здесь могут любые дети, независимо от состояния их здоровья. Ведь главная цель оздоровительного комплекса ипотерапии – создать безбарьерную среду для ребят. Конным спортом я занимаюсь недавно. Просто мы как-то поехали в этнографический музей, я увидела лошадь, влюбилась в нее. Я захотела на них просто заниматься этим спортом и пришла сюда. Фестиваль конного спорта в Бурятии проводится впервые и продлится 3 дня. Однако, по словам организаторов, впредь обещает стать ежегодным. Благо, от желающих уже нет отбоя. Руслан Батуев, Алексей Ткачев. Новости дня.